Привет, друзья! Меня зовут Виталий. Сегодня я хочу сделать небольшой видеообзор той камеры, которую я себе долго подбирал. И в итоге я остановился на Panasonic 970. Сегодня она ко мне приехала. Вот эта вот камера. Вот. Panasonic 970. Она снимает 4К. Она снимает 4К. Здесь есть ночная съемка. Зум здесь 20 оптический. Сейчас мы ее раскроем и посмотрим, что идет в комплекте и что она из себя представляет. Так, ну это документы. Чеки. Конечно же, у вас вопрос интересный, сколько она стоила. Сразу скажу, я ее покупал не в Украине, она приехала ко мне из-за границы, но тем не менее в ней есть русское меню. В итоге она обошлась мне всего в 650 долларов. Как для цен для Украины, это довольно недорого, потому что она в магазинах у нас стоит примерно 20 тысяч гривен. Вот такая вот камера. Так, ну это я на пол буду пока. Вот такая вот камера. Симпатичная. Довольно удобно в руке. Снимает 4К. Лэнда. Это тоже. Это аккумулятор. Это провод зарядка от USB, по-моему. И обычная зарядочка вот идет сюда. И в коробочке еще, скорее всего, это для штучка такая. Скорее всего, это для дополнительного света. Ну, я еще сильно не разбирался. Для дополнительного света. Сами посмотрите описание. Вот такая вот симпатичная камера. Сейчас мы ее немножко подробнее рассмотрим. Да, а говорю сразу. Раньше я снимал на вот эту вот камеру. Это экшн-камера AEE S71. Ну, скажу, неплохо она снимает, хорошо снимает. Она 4К снимает, это не GoPro, но тем не менее, она снимает не хуже GoPro. И даже у нее есть преимущество, что здесь отстегивающийся дисплей. То есть, ты видишь, что снимаешь. Вот, теперь буду снимать на эту камеру. Ну, надеюсь, здесь картинка будет еще лучше, чем на той. Все-таки здесь одна матрица, но она довольно большая. 2,3 дюйма. Вот, потому, думаю, картинка будет весьма-весьма хорошая. Да, что еще хочу сюда докуплю. Докуплю здесь, можно докупить насадочку для широкоформатной съемки. Хотя в самой камере есть широкоформатная съемка, но, тем не менее, для широкого угла есть еще дополнительные насадочки. Можно купить сюда. Вот. Что еще в этой камере есть? Ну, вот такая вот штучка, как дополнительная боковая камера. Вот она есть. То есть, когда мы снимаем, например, то, что происходит впереди, мы эту камеру можем, например, повернуть и снимать то, что происходит у нас, например, по левую руку. Ну, в чем это можно использовать? Ну, например, вы снимаете концерт, да, и то, что происходит на сцене впереди, вы снимаете, а этой боковой камерой вы снимаете реакцию, например, зрителей, да, на то, что происходит на сцене. То есть, очень удобно. Я думаю, это такая нужная функция. Ну, вот такая штучка. Неплохая вещь. Значит, фотографирование во время съемки здесь есть. Зум, я говорил, уже 20, цифровой 60. Вот, довольно хорошая камера. Это из последних. Да, и еще один маленький момент. Сейчас я покажу. Я специально для этой камеры. Специально для этой камеры вот купил вот такую вот карточку. Прям сегодня и купил.
Для информации скажу, смотрите, на этой карточке, это самая быстрая карточка, на 633 скорость у нее. И вот специально для 4К сделано. Вот. Ну, для информации могу сказать, не знаю, дорого, недорого я ее купил. Я купил в Фокстроте за 699 гривен. Не знаю, дорого, недорого, может быть где-то есть и дешевле, но я не стал уже искать. Купил вот такую вот карточку для этой камеры. Самая последняя. Ну и камера одна из самых вот последних. Ну вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Маленький небольшой обзор по камере. Спасибо вам за то, что вы на моем канале. Если вы еще не подписались, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки этому видео. Делитесь им со своими друзьями. С вами был Виталий. Пока!